Вы смотрите Beauty Time. О событиях культурной жизни мы узнаем из мобильного приложения «Культура и искусство Южного Урала». Иногда нам в жизни не хватает ярких красок. Всю палитру народных традиций ищите в приложении «Культура и искусство Южного Урала». Приложение одно, культурных событий много. Нормально были за сцене? Посмотри. Попробуй отсюда. Здесь мы находим более точные визуальные образы. Мы сейчас спорим по поводу финала. Здесь очень сложный момент. Поэтому вот как раз рождение, это самое интересное. Они жонглируют местами действия, как будто ты должен снимать кино. «Человек в закрытой комнате» – спектакль необычный. Он в буквальном смысле слова играется в дверном проеме. То есть мы с вами сейчас присутствуем в зрительном зале, а это сцена. Но это уже было, как повторение. На новую работу устроюсь, буду стоять, улыбаться, и все у меня будет хорошо. Вот начни говорить, как начни отсюда. Не будешь. Ага. Спектакль «Человек в закрытой комнате» в Челябинском молодежном театре возник в качестве эскиза театральной лаборатории. Пьесу Татьяны Загдай взялся поставить у нас главный режиссер казанского ТЮЗа Родион Букаев. Она меня зацепила тем, что она все-таки добрая, она веселая. У современной драматургии с юмором пьес меньше. Вот. И мне показалось, что вот у театра может появиться в репертуаре и такой материал, потому что, ну, как бы веселые легче продать, во-первых, веселые лучше смотрится, а еще в веселое можно, как сказать, привнести много различных смыслов. И мне кажется, что тут есть о чем подумать, и в том числе очень интересно вскрывается конфликт между отцами и детьми, вечные отношения. И здесь вот вопрос дочь, отец, все непросто. И вообще надо сказать, что пьеса она вскрывает практически все острые темы нашего социума. Это и миграция внутри государства, и поиск лучшей жизни, и в том числе отрыв от каких-то базовых, что ли, отношений, базовых скреп, разрушение семьи, ну и так далее. Все это положено на такой сюжет лихой достаточно, роуд-муви, то, что называется, да, и все это достаточно неплохо драматургом соединяется, ну а то, что уже здесь в лаборатории было сделано, и, конечно, выбор изначально пространства, в котором показывается спектакль. Да, давайте. Огурчики и помидорчики. Помидорчики. Красные или белые? Белые. Зима или лето? А хорошо, хорошо. А потом разворачивай. Ручки. Это черная комедия. Мы в данной ситуации не стали переиначивать эту пьесу, да и нет смысла. Вот. Она, кстати, очень популярна сейчас в России, ее ставят по многим городам. И жанр – это очень важно. Это снаружи. А внутри этот жанр очень важен, потому что актеры должны договориться, что мы играем. Потому что, ну, как бы, если ты не можешь определить жанр, тебе очень тяжело, как актеру, просто понимать способ своего существования психофизического. Мы разбирали каждого персонажа, по большей части мы разбирали моего персонажа, потому что главный герой, как он взаимодействует с другими героями. Это ее история, и вокруг нее все происходит. И появляется отец, и это ее отношение меняется к нему, и он тоже меняется, но он меняется от того, что она прикасается к нему, глубже проникает в него, глубже его видит. То есть вещи, которые она не отпустила в отношении отца, она их, конечно, наоборот, притягивает. Хотя она отталкивает его, но это известно, что чем ты больше отталкиваешь, и тем больше ты, наоборот, притягиваешь. Она, безусловно, меняется. Во-первых, происходит принятие. То есть она приезжает к отцу на похороны, которого, мягко сказать, недолюбливает. И в конце она его прощает за все те боли, причиненные отцом. Она вспоминает в своих монологах, какие у них были отношения с ним. Вот. И в конце все приходит к тому, что она его все-таки прощает.
в этой пьесе, как во многих пьесах современных авторов, они жонглируют местами действия, как будто ты должен снимать кино. Вот. Это очень резко происходит. Одна сцена в машине, тут вдруг раз, они уже в больнице. Тут раз, и они уже на улице. И так далее. А тебе, как театральному режиссеру, все равно приходится работать с картинкой, где ты не сможешь поменять очень резко пространство. Я же могу просто... Вот это статично. Вот это все работает. И современный театр, он очень часто уходит с этого формата зритель и актер, и уходит в разные пространства. Смыслы этой пьесы, они витают вокруг пограничного состояния между жизнью и смертью, между прошлым и настоящим. Плюс есть место действия, это похоронный зал. Мне показалось, что именно если пройтись по всему пространству театра нашего молодежного, вашего молодежного театра, это место наиболее подходит, потому что этот мрамор, он создает ощущение склепа. Эти открывающиеся две створки двери дают возможность выйти из склепа еще куда-то. И мы этим все время играем. Он ее вынес, положил на лавку. Вот почему нужна была лавка. Что нужно какое-то возвышение. Но если он ее положит на пол, это ты предлагаешь на пол или стулья, даже там два стула. Современная форма взаимоотношения. Мы все одна команда, мы все одна семья, и ты, конечно, рулевой, но почему бы не поговорить? Это первое. Второе, я уеду через 5 дней, а они останутся, и им это играть. Мне важно, чтобы они были союзниками, сотворцами. Когда ты союзник этой работы, ты ее стараешься держать и относишься к ней с любовью. Мы сейчас спорим по поводу финала, потому что у нас был такой... С перспективой, так сказать, финал. У нас уходил отец в закат, в окно. И мне кажется, это было очень выразительно. А сейчас у нас появилось кое-что другое. И я немножечко пока не могу представить, каким будет финал. Будет ли он таким же трогательным, как он был на лаборатории у нас, каким он получился. В общем, еще предстоит нам это узнать. И будем дальше репетировать. Мы меняем сейчас детализацию пространства. И тот кусок жизни, который вы увидели, когда мы обсуждали финал и новое художественное решение. Мне казалось, что в такой форме будет более продуктивно. Здесь у нас, сейчас мы на самом финале, и мы встретились для того, чтобы все собрать, все немножко пересобрать и провести, усиление эмоциональных, образных решений. Но в том числе это связано, конечно, и с реквизитом, со светом, отчасти с декорацией, с проекциями. Все это вместе, такая большая работа. Но это уже было, повторение. Да я скажу, что что пространство определяет небольшое количество зрителей, это тоже очень хорошо. Это значит, что на этот спектакль будет всегда сложно купить билет, и это значит, что у этого спектакля будет долгая зрительская жизнь. В мобильном приложении «Культура и искусство Южного Урала» все выставки, концерты, спектакли, мастер-классы, экскурсии. Там же можно узнать описание всех культурных событий, а также стоимость билетов и наличие свободных мест. Скачивайте мобильное приложение «Культура и искусство Южного Урала». Мы стремимся к победе, но иногда не все идет по плану. Ищем новых себя или пытаемся принять причудливый мир других. Иногда это бывает непросто. И в череде будней мы чувствуем, что нам очень нужен антракт. В приложении «Культура и искусство Южного Урала» вы найдете
Современные и классические спектакли, вдохновляющие выставки и музеи, масштабные фестивали и ярмарки, увлекательные мероприятия для детей всех возрастов, концерты, балетные и оперные постановки. Ищите интересное, ищите свое в приложении «Культура и искусство Южного Урала». Приложение одно, культурных событий много.